Доброе утро. Меняются вокалисты группы «Мятный бриз» сегодня у нас просто. Но, тем не менее, Антоны остаются, согласитесь. И сейчас очередная песня, которая будет звучать этим утром от команды «Мятный бриз» и от Антона Сизых. Антон? Да, всем привет. Мы традиционно вас не очень хорошо слышим. Надеюсь, что слышно вам нас. Сейчас будет чистой воды эксперимент. Эту песню я лично исполняю впервые. Я вообще пою обычно впервые. Но это будет особенный эксперимент. Она относительно новенькая и... И там самое ценное, самая прелесть в припеве. Вот такое пожелание всем на 2017. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метра воцарился жесточайший хаос. Когда все понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Павел морю хватит, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды я во сне вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал, я выбираю. Я выбираю жить в КАИ. Я выбираю жить в КАИ. Я выбираю жить в КАИ. Это пузон, которым я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, которым мне не пришлось скрывать глаза и лгать давно знакомым. Мол, в моей жизни все хорошо, в моем рюкзаке пару моих носит. И пускай начало оставляет желать лучшее. Все, кто меня помнят, знают, я не был таким. А значит, и у вас получится. Все, что я хотел, это видеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел мытну, и тогда себе сказал, я выбираю жить в КАИ. Я выбираю жить в КАИ. Я выбираю.